Ну, я на это дело смотрю так. Если бы я сам выходил, то я был бы, конечно, против. А сейчас, как бы со стороны, с высоты, как говорится, своего возраста, говорю, что вроде бы ничего, нормально. Но тут я субъективен и могу быть и неправ. Потому что вот мне 74 года, ну и я чувствую себя как бы ничего. И вроде бы и собираюсь еще жить. Получается, что отрезок, за который нам выплачивают пенсию, слишком большой. Да. Но я опять же субъективен, я могу быть и неправым. Считаю, что увеличивать пенсионный возраст не стоит, потому что если человек, как в данной ситуации у нас в экономике сложилось, да, то что если он сможет работать после 60, допустим, да, то он будет все равно работать так или иначе вместе с пенсией. Вот, а если не сможет, то уже, соответственно, он должен получать 60 лет. То есть я считаю, что не надо изменять пенсионный возраст. По Архангельску, я не знаю, как сейчас данные, до недавнего времени было, средняя продолжительность жизни мужчины была 57 лет, а 55 выход на пенсию, то средний архангельский жил на пенсии 2 года. Так что, я думаю, это государство не обременительно. Положительно. Почему? Ну, потому что люди должны работать тоже в этом возрасте. Сейчас пенсионеры вот уходят на пенсию рано, и они на пенсию не могут прожить. А 63 года уже. Ну, весь мир перешел, мы же должны тоже как-то к этому стремиться. Ну, вообще-то, вот наши пенсионные, это мы пенсионеры, конечно, уже, но все равно вот за молодежь как-то, на севере особенно, да, у нас здесь рано заболевают, много очень таких людей, даже и в 40, и в 50 лет уже букет болезней, да, так им до 62 лет, 3 тяжело работать, тем более не хотят платить пенсию, как бы удлинить возраст, а пенсия не будет за это когда получать он не будет. Я вообще с этим категорически не согласна. И очень много информации идет о том, что если ты не вышел на пенсию, там, например, да, например, женщина уходит на пенсию в 50 лет, если ты дальше работаешь, то у тебя больше получается пенсия. Я с этим тоже категорически не согласна, потому что если человек заработал свою пенсию, он должен получать ее вовремя. И как, извините, менять что-то прям в корне, я с этим очень не согласна.